Еще недавно дети Луганской и Донецкой республик, что живут в пункте временного размещения «Старт», оставили свои письма Деду Морозу на елке желаний. А теперь их мечты сбылись. Подарки им вручили депутаты Самарской городской думы и ученики 41-й школы. Депутаты думы традиционно, так сказать, подхватывают это движение и оказывают самую посильную помощь Деду Морозу с тем, чтобы он, наш дедушка, так сказать, исполнитель всех желаний, справился, успел. Все к Новому году. Вручение подарков сделали настоящим праздником. С Дедом Морозом и Снегурочкой, танцами и песнями. Если говорить непосредственно о сегодняшнем празднике, то мы его проводим без приглашенных артистов. Все сделано нашими творческими коллективами, задумкой, которая располагается на базе нашей школы. И все артисты – это учащиеся школы 41. Детям также вручили и сладкие подарки. Не только лично каждому, но и несколько тортов для совместного вечернего чаепития. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.